это 10 побед не хватило сюда попасть. Я думаю, пару побед не хватило. Я так не думаю, да, надо Фреймана спросить. А, если честно, нет, просто Вефу повезло, что мы здесь проиграли. Надо кушать много, не знаю, это же не знаю, что надо. Бананами кушать, бананы, да. Чтобы ты тут ВТБ, тогда надо кушать, наверное, не знаю. Я никогда в ВТБ не забил 30 очков, но когда забил в школе, там что, кушал? Много каши утром. А, девушка отвлекает, не знаю с чем, с красивыми глазами, я думаю. Чем отвлекает? С танцами своими. Надо быть таким стройным, красивым, тогда и понравишься. Как? Иметь большие мышцы. Я думаю, ни один, ни другой так не выиграет. Так что там конкуренция очень большая. Это кто сказал? Это ложь, это неправда вообще. Ну, Валдис. Раймонд Вилде. Латыши побольше, а такие поскорее, такие поострые, а эстонцы такие помедленнее чуть-чуть, поспокойнее. Ну, говорят, что латыши быстрее думают. Да, конечно, это очень хорошо. Я когда еще в Казани играл, сейчас тоже везде, где едем, это очень помогает мне русский язык, так что я счастливый, что я знаю этот язык. Конечно, чтобы с судьями могли поговорить. Не знаю песню, но я могу так на ходу придумать. Рига моя дорогая Рига, люблю тебя всем сердцем. Рига дорогая моя Рига. Как-то так. Ты эси мана Юрмала. Юрмала. Все, хватит. Это моя песня. Пусть там посмотрите, там сделать нормально все. Так. На Рижском море воздух свеж, там бродит ветер моих надежд. Туда спешит мой самолет, там девушка Симон меня любит и ждет. Симона, девушка